Ребята, всем привет, с вами я, Игорь, и это мнение о фильме «Аквамен». Я вчера его посмотрел, 17 декабря. Вот, в принципе, сейчас я выскажу свое мнение. Возможно, оно не будет совпадать с вашим. Как вы знаете, как вы можете уже видеть, я поменял немного обстановку. Я начал снимать в той же... Ну, я снимаю в той же комнате, но только немного по-другому, потому что... Когда я снимал в тот раз, меня было плохо слышно, также свет на меня не очень так падал, в общем, ну и вас, и вам лучше меня теперь видно. Что ж, давайте говорить насчет Аквамена. Я хочу сказать то, что фильм вышел довольно-таки крутым, он вышел сказочным, он получился как сказка, хоть это и супергеройское кино, но он смотрится как сказка, и это, в принципе, круто. Также сказала вчера моя сестра, которая читала книжки наподобие вот этого всего подводного мира, вот. Поэтому этот фильм смотрится как сказка. Также это экшн-фильм, почти что на каждом моменте происходят какие-то драки, погони, стрельба, взрывы и так далее, ребят, все, что связано с экшеном. В принципе, это мне понравилось. Давайте выскажу насчет графона. Графон в этом фильме, он, конечно же, крутой. Некоторые люди скажут то, что графон под водой мыльный, но согласитесь, если бы камера опустилась в воду, то, конечно же, на камере было бы все мыльно. И поэтому Джеймс Ван сделал очень круто и реалистично насчет воды и подводного мира. И поэтому графика мыльновата. Но это не мешает просмотру. Для меня это было даже как-то удивление. Вот, давайте я скажу насчет того, как фильм вообще снят. Снят он неплохо, снят он даже хорошо, снят он отлично. Прям повороты какие-то в нужные, ну, именно повороты камеры в нужный момент. Какие-то даже, знаете, приближения в нужный момент. Снято очень все красиво и круто, мне это, в принципе, понравилось. Вот, ну, а так, фильм мне очень нравится. Так, что-то мигает, ничего. Странно, на камере, наверное, что-то мигает. Вот. Поэтому фильм крутой. Насчет музыки, конечно, музыка не очень запоминается, но в каких-то моментах, так сказать, музыка, она и нужна. Например, там появляется какой-то злодей, и такие басы, прям музыка, вот это все бас идет, и это даже до мурашек, мне кажется, вот это звук, это мелодия до мурашек. Вот. Фильм, он на каждом моменте интересный, он никакой не скучный, как некоторые могут сказать, хотя это могут сказать только Marvel и дрочеры, и которые, ну, так сказать, хейтят DC, хотя я не знаю, зачем это делать. В принципе, вот я, например, я такой человек, который смотрит две киновселенных, Marvel Studios и DC Studios, или их просто DC называют, или DC Company, в общем, что-то типа того. Я смотрю эти две киновселенные, и читал комиксы именно в этих вселенных, смотрел мультфильмы. Мне они обе нравятся. Я не скажу то, что мне какая-то из них больше нравится. Я как бы не хейтер, ни никакой из этих вселенных и киновселенных. Вот, мне они нравятся обе. Поэтому фильму я поставлю оценку 8 из 10. Даже 9 из 10, пусть будет 9 из 10. Это не натянуто, 9 из 10. Фильм снят круто, мелодии классные, но не запоминающиеся, актерская игра крутая, графон отличный, сюжет, конечно, простенький, простой, но все равно какие-то повороты, возможно, для меня показались и были. Вот, ну, пишите, конечно же, в комментариях свое мнение, что вы думаете об этом фильме. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго. Этот ролик я выложу завтра, 19 декабря. Но смотрел я фильм 17 декабря, а снимал это вечером 18 декабря. Поэтому всем спасибо за просмотр. Вы были на моем канале Stickers228. С вами был я, Игорь. Играйте в хорошие качественные игры, смотрите хорошие качественные кино, такое как Аквамен. Ну, всех люблю и пока-пока.